привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня вторая часть пустых баночек за октябрь месяц. В этом видео разберем с вами чуть-чуть для тела и для волос. Не так много, конечно, как у нас с Наташей, то, что в последних видео вы смотрели, но все равно интересно. Так, капелька бытовухи сюда же. Как всегда, Faberlic, ну как же без него? Средство для мытья посуды с яблоком. Просто база необходимая. От Synergetic я вам показывала, с Натусиками Интершарм ходили, на стенде взяли пробнички попробовать. Очень мне понравилось, я использовала, стирала куртку одну, на которой были покрашенные пятна от сумки черной. То есть и все отстиралось, то есть оно светлело, конечно, от других порошков, но здесь я прям была удивлена приятно. Прям захотелось приобрести и пятновыводитель, то есть я просто в машинку засыпала. И, соответственно, все это постиралось вместе комплектом. Отлично. То есть куртка прям выстирана просто идеально. Я прям супер довольна, поэтому хочется теперь приобрести. Но все-таки Synergetic в плане бытовой химии неплохо. Так, давайте по гелям для душа. Их тут в количестве 3 штук. Моя любовь, это уже повторюшка была. Вторая бутылка, Faberlic, липовый цвет. Вот это прям липа. Это прям... Ой, как я люблю этот аромат. И это пахнет и ванна, потом липой. И какое-то время даже ты пахнешь, потому что вот прям как достаточно долго для геля для душа, он прям остается на коже. И у меня вот после этого геля даже вечером муж рядом ложится и такой... Блин, опять это так вкусно пахнет, вот этот гель для душа. То есть, и вот каждый раз, когда я мылась им, он говорил вот это, потому что прям ему тоже очень нравится. И классный гель для душа. Единственное, что он немножко текучий, то есть его лучше на мочалку, то есть не просто на тело. Вот, но запах — это просто песня. Так, от Balea, Sport и Refresh. Здесь у нас огурчик, кокос, мята. В общем, супер охлаждающая, освежающая штучка. Использовала после тренировок в зале. Тоже претензий ноль. От Oriflame серия у нас Love Nature. Это у нас лимон, морковка и имбирь. Тоже очень свежая история. Она единственная, вот, видимо, за счет моркови. Ну, то есть морковка здесь не пахнет, нет. Здесь все-таки вот это больше свежесть. Но морковь, видимо, немножечко смягчает горечь. Вот эту от имбиря, от лимона. Вот. Но тоже претензий нету. Вообще серия Love Nature, Oriflame... гели для душа, прям обращайте внимание, если любите яркие ароматы. Два мыла. Faberlic Vitamania. Тут что-то с этим натекло. Апельсин и лайм. Просто вот пушка. Один из моих любимых ароматов теперь. И он прям кисленький. Вот это вот, как в одном из видео Натуська сказала, ей тоже понравилось очень это мыло. От ананаса оскоминка. Вот это вот оно. Вот действительно, вот эта вот ананасовость, она прям пушка, прям... Аж на нас захотелось. Так, и от бренда BioMio апельсин и бергамот. Ой, тут что-то тоже как-то натекло. Надо будет кисти перемыть и как раз использовать. Неплохо пах. Руки не сушил. Единственное, что я бы предпочла аромат чуть поярче. Но это я избалована вот Faberlic и Oriflame, да, вот то, что у них очень яркие отдушки всегда. Здесь немножко слабовато, вот, но если вы наоборот не любите... экстра какие-то запахи, очень яркие, то вот это вам понравится. Так, кремушек для рук от Ifroche, нежный миндаль, ну, он типа Milky Almonds. Базовый крем от Ifroche увлажнял неплохо, пах прикольно, это была рождественская лимитка. Интересно, кстати, что в этом году будет. Уже хочется приобрести, понюхать. Дальше, скраб от Mixit, это то, что в расхламлении в последнем вы видели, Натуська мне притащила. Классический кофейный скраб с тростниковым сахаром. Претензий нет, классический кофейный скраб, но для меня тяжеловато пользоваться, просто потому что я не люблю кофе, я не люблю запах кофе, прям категорически не выношу. Но с точки зрения эффекта, как бы к кофейным скрабам не прикопаться, они достаточно вот активные. Как Наташа сказала, что ведь у меня дома есть кофеварка, и я могу вот этот жмых использовать сама, да, и не покупать кофейный скраб. У нас дома кофеварки нету. И вообще кофе нету, потому что мы его не пьем. И, соответственно, как бы я иногда покупаю себе кофейные скрабы. Ну, вот здесь вот я добила то, что она не добила. По эффекту хорошо, по запаху не могу. Прям кофе. Тяжело.
Так, и у нас остаются волосы. Значит, первое. Шампунь от Organic Shop. Серия Apple Organic. Глубокое очищение. Яблочный детокс-шампунь. Он идет с яблочным уксусом. Очень мне понравилось. Вымыет из волос все, что бы ни было. Любой стайлинг, любой, там, если много сухого шампуня напшикали на себя, там, лака для волос, пенки, все вымыет до скрипа. Идеально чистые волосы. Прям супер. Мне очень понравилось, и я с удовольствием повторю прям обязательно, потому что это прям очень классный, глубоко очищающий шампунь. Не на каждый день, но я в целом каждый день голову и не мою. А все равно вот этим я пользовалась, ну, скажем так, через, там, 2-3 мытья, то есть либо если очень много там сухого шампуня или стайлинга, тоже я вот им пользовалась. Очень мне нравится и пахнет классно. Он не пахнет уксусом, если что. Я бы сказала, что он пахнет просто чуть подкисленным вот этим вот зеленым яблочком. Вот, но это не уксус, и это приятно, поэтому претензий ноль. В тему сухого шампуня. Это у нас бренд Seven Days из Magnit Cosmetica. Так, Super Fresh и Volume. Ну, насчет объема не скажу, объем он не давал. Вот, с точки зрения сухого шампуня свои функции он выполнял, хотя кто-то из вас мне писал, что шампунь не, ну, не работает прям совсем, не знаю. Может быть, у меня не настолько волосы там как-то, да, там жирные, я все-таки как-то прям на совсем грязную голову крайне редко им пользовалась. Вот, но у меня претензий к шампуню нету, то есть свою функцию он выполняет. Ну, единственное, что да, вот волюм убрать отсюда это слово, потому что как бы объем он не дает. Так, тут, кстати, затесалась одна баночка Natusina. Не проговорили мы ее. Это у нас от Revlon увлажняющая маска для волос. Очень она сказала, что волосы гладкие, напитанные, и для блонда, соответственно, ей хватило. Поэтому мне в целом тоже бы теперь хотелось попробовать вот это, потому что если уж даже ей было прям хорошо увлажняющие волосы блестели, то мне это точно зайдет и будет прям утяжелять, и я прям хочу. Так, еще крошка у нас шампунь. Я не выговорю это правильно прочитать. В общем, это шампунь с чайным деревом. Он турецкий. В каком-то отеле был, не помню. В общем, муж пользовался, прям очень ему зашло. Но опять же, с чайным деревом, то есть на жирные волосы, да, то есть если какие-то проблемы с перхотью, это прям супер. Поэтому, на самом деле, если бы найти, где его купить, я бы купила бы ему полный размер, потому что это прям прикольно. Пах, кстати, не сказать, что он прям экстра вот чайным деревом каким-то, потому что бывает, что когда чайное дерево в составе, ты прям открываешь, тебе сразу в нос, бах, нет, здесь ничего такого нету, здесь достаточно лояльная душка, поэтому вот мне прям хочется приобрести полноразмерку ему. Так, масочка от Tresemme, увлажняющая, с гиалуроном, она идет для вьющихся пушистых волос, в каком-то боксе мне попалась. Ну, у меня волосы хоть с кератином, но я все равно думаю, ну, увлажняющая маска, что, я не воспользуюсь. Классная, увлажняющая, именно увлажняющая, не питающая. Претензий нету, такая очень базовая история. Напитать нет, пушистость убрать, да, увлажнить, да. Все, претензий тут как бы быть не может. Бальзамчик от Avon, еще старая какая-то серия, в запасниках у себя откопала, добила. Advanced Techniques, драгоценные масла. Здесь уже более напитывающая история, поэтому в целом это уже можно и на блонд. То есть если вот это, наверное, на блонд будет немножечко маловато все-таки, то вот здесь уже окей. Но единственное, что я не уверена, что это еще можно купить. Ну, может быть, просто там ребренд какой-то был, да, у этой линии. Вот. Но в таком виде, мне кажется, это уже не продается, потому что это прям совсем старичок. И последнее, наконец-то домучила я эту банку. Это кондиционер Агива, очищающий, увлажняющий с глиной. Да. Турецкий бренд. Отличный. Здесь был литр. Просто, то есть я его мучила. Причем, что я даже от Леванта маме делала. Ну, в общем, просто дикая микрорасход какой-то у него еще. Очень классно разносится. Да, немножко увлажняет, хорошо расчесаться. Отлично подойдет для жирных волос. И девочкам, у кого очень тонкие волосы, кто боится переутяжелить, но расчесаться-то надо все равно, это вот сюда. То есть если очень жирные волосы, если все время пачкаются волосы, да, и не хотите ничего вот этого по длине, вот такого с маслами питательного, то есть это вот сюда. Увлажнение даст, вы расчешетесь, а при этом, соответственно, волосы грязными не будут. Поэтому прям пятерочка.
Все. Вторую часть мы с вами обсудили, все вам рассказала. И в третьей части мы с вами обсудим уже пустые баночки по лицу. Все, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.